шастик достает орехи и шишки и прячет их. Если кому интересно, что делал этот шастик с шишкой. Он их даже не ест, эти орехи. Он их закапывает. И это все безумие. Кавардак, укусы, все вот это. Суета. Шишка ради того, чтобы достать орешки и закопать все это дело. Интересно, что делает копия с шишкой. А я, говорит, сейчас закопаю. Это он... Короче, он берет шишку, бежит куда-то в сторону, там ее разделывает. А потом возвращается за новой шишкой. И ради этого он готов укусить. И чего угодно сделать вообще. Вот злодей какой. Все, вот я закопал. Ну, шастик дает. Это для тех, кто интересовался, что белки делают с шишками. Из-за чего такая суета вся? Почему они с ума сходят? А вот из-за этого. Чтобы закопать орешки. Ну все.